состоялось очередное мероприятие, посвященное нашим солдатам и офицерам, героически сражавшимся в Отечественной войне за освобождение наших земель от врага и павшим в боях за территориальную целостность страны. В рамках мероприятия, проведенного Государственной пограничной службе, состоялось открытие мемориального комплекса «Железный кулак», посвященного славной победе и светлой памяти наших шахидов. Отмечалось, что был положен конец 30-летней оккупации, восстановлена наша территориальная целостность. Отечественная война завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией.